В середине сентября жители Кызыла стали свидетелями специальной операции, произведенной региональными спецслужбами. Представитель производственной компании, выступающий подрядчиком, был задержан при передаче взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Деньги предназначались за подписание фиктивных документов при осуществлении строительного контроля над объектом реконструкции водозабора и магистрального водовода в селе Хуваксы. Расследованием этого коррупционного преступления занимается региональное управление Следственного комитета России. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва предъявлено обвинение 52-летнему представителю производственной компании, выступающей подрядчиком, в связи с наличием в его действиях признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и бездействия. Необходимо отметить, что реконструкция сетей водоснабжения села Хуваксы осуществлялась в рамках заключенного муниципального контракта. Если бы преступление не было пресечено, то, возможно, в дальнейшем жители Хуваксы снова бы остались без качественной воды. Подозреваемый в даче взятки подрядчик в настоящее время в интересах следствия заключен под стражу. Инна Клоян, Мирон Ергит, Тува-24.